Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня на обзоре смартфон Xiaomi Redmi Note 10. В описании вы найдете ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель. Ставьте лайки и пишите комментарии, а также подписывайтесь на наш канал и включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. Улучшение основных компонентов, изогнутая задняя панель и гладкие грани придают устройству элегантный и изысканный вид. Выберите любимый оттенок, утонченные цвета помогут подчеркнуть ваш стиль. Белая галька – строгий и современный дизайн в белом цвете, серый оникс – изысканный и утонченный темно-серый дизайн. Лазурное озеро – освежающий всплеск зеленого оттенка. Тонкий и невесомый, продуманный дизайн боковых граней еще больше подчеркивает утонченность устройства. Смартфон весит менее 180 грамм, что делает его компактным и удобным. Новый сканер отпечатков пальцев, комфортно расположенный на боковой грани смартфона, позволяет удобно и быстро разблокировать устройство. Обволакивающий стереозвук. Благодаря более высокой громкости и более широкому звуковому диапазону, стереодинамики позволяют полностью погрузиться в происходящее на экране вашего смартфона. Почувствуйте ритм. Девайс оснащен продвинутым линейным вибромотором, который способен воспроизводить уникальные рисунки вибрации, улучшая ощущения от использования устройства. Живая яркость. Сверхчеткий дисплей в сочетании с практически незаметными рамками позволяет с пользой использовать каждый дюйм лицевой панели смартфона. Широчайший диапазон насыщенных цветов подарит вам совершенно новые визуальные впечатления. Оболочка MIUI 12 несколько отличается от того же MIUI 4 Poco. Тем не менее, это шустрая и довольно удобная система на базе Android 11. Система четырех камер с искусственным интеллектом. Гаджет оснащен системой четырех камер с поддержкой обработки нейронной сетью, которая позволит подчеркнуть каждую деталь на вашем снимке. Завораживающие горные хребты, грандиозные достопримечательности или съемка крупным планом, смартфон справится с любой сценой. Основная камера и великолепная четкость. Исследуйте мир с 48-мегапиксельной основной камерой и раскройте свой творческий потенциал. Потрясающие портретные снимки, делайте селфи в портретном режиме или воспользуйтесь основной камерой устройства. Высокая четкость даже в темноте, продвинутые алгоритмы позволяют делать невероятно четкие снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Не бойтесь творить, раскройте свой творческий потенциал, записывая креативные видеоролики в режиме таймлапс. Улучшение производительности. Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 678 обеспечивает стабильную производительность устройства. Благодаря увеличению вычислительной мощности процессора и графического ускорителя, производительность в играх во время просмотра потокового видео и съемки фото была значительно улучшена. Используйте все возможности своего смартфона на головокружительной скорости. Телефон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети, также он оснащен скоростным Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 5.0, а вот NFC в данной модели отсутствует. 33-ваттная быстрая зарядка. Не тратьте время на подзарядку смартфона. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит внушительную автономность смартфона, а благодаря поддержке быстрой 33-ваттной зарядки вы сможете молниеносно зарядить свое устройство до 100%. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел только два отрицательных. Нет NFC. Камера не самая лучшая. Теперь расскажу о положительных отзывах. Быстрая зарядка. Чехол в комплекте. Долго держит батарею. Дизайн просто шик. Стереозвук. Топ за свои деньги. Работает шустро. AMOLED-дисплей. Надеюсь, что видео было для вас полезно и вы уже подписались на наш канал и включили колокольчик. В описании к ролику вы найдете ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель. На этом у меня все. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Всем пока!